товарищи, есть установка весело встретить новый год, чтобы не было мучительно больно. Это на нас накладывает и в то же время от нас требует. Но в такой ответственный момент находятся и такие безответственные товарищи, которые предлагают поднимать праздничные бокалы вот в таком вот виде. Но это все-таки карнавал, Владимир Владимирович. Я понимаю, что карнавал, но в такую маску ни один бокал, извините, не пролезет. И вообще, зачем нашим российским людям скрывать свое лицо? Нужно приложить игру фантазии, чтобы в соответствии с бюджетом провести Новый год лучше прежнего. Если вы нахмурясь выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как с моей знакомой, с вами вовсе незнакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если кто-то другом был несчастье поборожен, и поступок этот в сердце к вам проник, вспомните, как много есть людей хороших, их у вас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Карнавал. Это позитивно. Я тут как-то был на Кубе, вот где карнавал, так карнавал. Михаил Михайлович, вы румбу пляшете? Не знаю, не пробовал. А вот Сергей Борисович пляшет. Ничего, вы тоже запляшете. Учитесь, пока он жив. Здравствуй, Бим. Здравствуй, Бом. Почему ты плачешь? Моей бабушке вчера пролили радио. Так это ж хорошо. Ты должен радоваться. Ну, она уже третий год не слышит. Я что-то недопонял. Вы хотите сказать, что ваша бабушка оглохла, не дождавшись, пока ей проведут радио? Это... Очернение. У нас радиоофицирован даже чукчи. Да нет, это юмор совершенно понятный. Я понимаю, что юмор, но почему вы плачете? У нас праздничное мероприятие. Вы всем испортите настроение. Давайте сначала, но только без слез, весело и позитивно. Гриша. О, ладно. Здравствуй, Бим. Здравствуй, Боб. А почему ты такой веселый? Моей бабушке вчера провели радио. Да, но по нему ж слушать нечего. Она и так третий год не слышит. Стоп, 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 стоп. Так не пойдет. Старый человек лишился слуха. Это совсем не смешно. И вообще, костюмы какие-то дурацкие, прозвища эти Бим, Бом. У вас что? У вас что, фамилии нет? Гриша. Здравствуй, Немцов. Здравствуй, Явлинский. Ты почему такой, Какой есть? Да пошли они к бабушке. Да, клоуны, конечно, слабенькие. Я тут как-то был в Минске, вот где клоуны-то клоуны. Здравствуйте, Леонид Данилович! Здоровенький булы, Александр Григорьевич! А шо вы такой веселый? Моей бабушке провели радио! Теперь она с утра до вечера внучка слушает!
Вот другое дело. Смешно, а главное, позитивно. Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой. Служила Таня папочке, ах, правою рукой. Работница кремлевская приставлена к семье. Катали нашу Танечку с мигалкой по Москве. Не может быть, представь себе, с мигалкой по Москве. Был в нашем клубе при Кремле веселый как карнавал. Всю ночь лишь Танечке одной весь зал рукоплескал. За право с ней потанцевать мазурку или вальс. Дрались Никита, Мими, Михалков, Абрамыч и Чубайс. Не может быть, представь себе, Абрамыч и Чубайс. Кто ее пустил? Это же скандал. Если бы не пустили, вот это был бы скандал. Ну, доложу я вам. Как можно, это я вам доложу, выясню и доложу. Оставил папа Танечкин кремлевские дела. Портфель забрал и тапочки, и Таня с ним ушла. Никто уж больше Танечку с мигалкой не катал. На Танечку внимание, знаете, никто не обращал. Не может быть. Представь себе, никто не обращал. Кроме Чукчи, однако. Нет, господа. Хороший. Этот номер не пройдет. Хотя вы своего добились, я обратил на Татьяну Борисовну внимание. Сергея Борисовича. Владимир Владимирович, сегодня такой день. Праздник как праздник. Сегодня особенный день. Ровно год назад мы с папой подарили народу вас. Я тут как-то был в Брунее. Вот где женщины, так женщины. Все в паранжах. И молчат. Можно перенять. И не только для женщин. А для кого еще? Для мужчин. С высшим образованием. Мартышка. И вы, Михаил Сергеевич, выступаете? Да вот, знаешь, решил тряхнуть басни. Ну что ж, басня — это неплохо. Басня, знаете, это сатира. А нам, как правильно заметил товарищ Сталин, нужны свои Гоголи и Щедрины. Да. Ну, давайте порепетируем. Итак, проказница, мартышка. Осел, козел. И где-то я даже, знаешь, извиняюсь, косолапый Мишка, затеяли сыграть квартет. Достали нот. Баса, альта, две скрипки и сели на лужок. Ха, подлипки. Пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут. А толку нет? А кого, простите, дерут? Ну, вы знаете, что дерут — это я в том смысле, что играю. А подождите, подождите. Как это осел может на скрипке играть? Обезьяна, я понимаю, сам видел в уголке Дурова. А осел-то при чем? Владимир Владимирович, это они понарошку звери, а на самом деле люди. Я понимаю, что понарошку. Ну вот осел, кто это на самом деле? А может быть, Михаил Михайлович? Или Сергей Борисович? А козел кто? У нас, конечно, свобода художественного слова, но не до такой же степени. Владимир Владимирович, это прямо нонсенс какой-то, честное слово. Это же, я извиняюсь, басня? Да я понимаю, что басня. Но это не смешно. Я тут как-то был в Корее, в Северной, конечно. Вот там народу басни рассказывают, так это басня. И смешно, и позитивно. Начинай давай, сапожники! Просим! 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 Пора начинать.
Первым у нас кто идет? Лектор. Только мы его не звали, Владимир Владимирович. А как вы его звали? Раньше Борис Николаевич, а сегодня никак не звали, сам пришел. Ладно, уважим старика. Лектор готов? Лектор готов. Ага, всегда, понимаешь, готов. Уважаемые россияне, вас всех, конечно, это интересует вопрос. Есть ли жизнь на Марсе? А я вот что скажу. Какая вам к черту разница? Ну, нас-то все равно туда не пустят. Так что придется, значит, это, жить тут. И я с большим чувством поднимаю этот маленький телескоп. Чтобы это, ну, хоть в новом веке мы начали жить как люди, понимаешь? Эх, а уж тогда, как говорится, и на Марсе будут яблоки расти. Что тут смешного? Ну что, старый человек перепутал слова, и что смешного? Да мы не над ним, Владимир Владимирович. Тогда над кем же? Надо мной? Да Господь с вами, Владимир Владимирович. Мы просто так смеемся от хорошего настроения. Новый год все-таки. Я понимаю, что Новый год, но мне не до смеха. И вам тоже будет не до смеха, если немедленно не прекратите. Даю вам 5 минут. Минуточку, товарищи, минуточку. Я официально заявляю, что за все здесь происходившее я и народ, то есть народ и я, то есть мы с народом ответственности не несем. Вы спросите, кто ее понесет? Есть такие товарищи, и вы их знаете. С новым счастьем!